Ничего себе, посмотри, какая красота там. Первый день в Алане, Егор приехал. Сзади у нас горы. Кстати, погода сегодня классная, очень солнечно. Сейчас мы пришли в первую очередь в банк. Нам нужно поменять денежку. И да, в Алане очень большие распродажи по 70%. Поедем в магазин шопиться, покупать что-нибудь классное на лето. Потому что Егор приехал в одних зимних ботах и напялил кроссы. Ладно, короче, идем в банк менять деньгу. Дочерний банк Сбербанка у нас Денисбанк. Мы идем сюда менять, сначала брать денежку. В банке нам дали вот такой вот талончик. И ждем поменять денежку. Сколько интересно получится, 1000 рублей по курсу. Поменяли деньги. Курс примерно 1 лира 16 рублей. В банке, конечно, пришлось подождать, но лучше, конечно, менять банки, чем в обменниках, потому что в обменниках всегда дороже получается. Ну, точнее, дешевле. Скорая едет. Блин, я не вижу, кто куда поворачивает нахуй. А? Мы выехали на набережную. Здесь всякие ресторанчики, магазины, ювелирные. Многие закрыты сейчас, потому что все-таки не сезон. Но через пару месяцев все это дело откроется. Когда туристы уже приедут, когда еще теплее станет. Ой, кстати, ветер прохладный. Вот мы приехали в магазин «Катон». Классный магазин, новый. Мы сейчас здесь припаркуемся. Ну да. Так, здесь у нас женская одежда, пошли сразу в мужскую вниз. Сейчас посмотрим, что у нас есть интересного в мужском отделе. Я здесь, кстати, уже была пару дней назад. Здесь было много чего скидочного. И качество, кстати, такое нормальное. Ха, вот эти вот ботинки, я думала. Вот эти. Как тебе кеды? А? Светленькие, может, возьмем? Конечно. Такие вот эти? Да. Да, нормально. Почему магазин? Ну а почем они, смотри? Они дорогие. Мы такие лучше купим кожаные за 70. Я имела в виду вот такие тапки, потому что летом ты их не найдешь дешевле. Такие не хочешь? Ну, всяко лучше, чем это. Ну давай померим. Какой цвет? Какой тебе размер нужен? Посмотри. А? 45-й. Кстати, вот эти ботиночки прикольненькие. Я тоже такие бы себе купила. Они как и мужские, и женские идут, да? Маленькие? Ну, их ходить можно. 44-й, 45-й нужен, да? Слушай, ну пойдем. Может спросить? В этом магазине обуви 45-го размера не оказалось. К сожалению, слишком большая у нас нога. Егор, ты слишком большая ласта. Че, едем в другой магаз смотреть? Слушай, может, мы вообще во всей Алане нафиг не найдем 45-й размер, а? Че будем делать? Ну ладно, мы едем в другой магазин искать обувь 45-го размера. Нравится? Покаж. Удобные? Слушай, ну если подошва непонятная, давай тогда. Так, как будто она весит 100 килограммов. Ну пойдем другие смотреть тогда. Купили куртку. Де-факто обошлась она нам всего
Во сколько она нам обошлась? 70 лир. Всего в 70 лир. Ну, сейчас, естественно, распродажи везде, поэтому дешево, да? Но, кстати, классная курточка получилась. Еще мы на Новый год лотерейку выиграли 30 лир. Вот сейчас дяденька смотрит наши числа выигрышные. И на 30 лир, я думаю, что возьмем на 30 лир новых билетиков. Может, да, побольше выиграем, а? Да. Что, кроссовки? Вот, вот такие вот. Вот такие вот. Что делать? А, они темные, да, с какими-то, ну. Мне вот там понравились. Что-то я не поняла, откуда у тебя чай? Это что такое? Ну, тут угощают. Кто тебя чаем угостил? Да вот, молодой человек. А? Ну да, как раз вот эти, кстати, кроссовочки ничего, очень такие, да, симпатичные. Да, классно. Марка местная, да? Марка нет. Марка Kinetics — это известная марка. Ну, конечно, классно так ходить по магазинчику, попивать чаечек. Да, это тебе не вражка сидит. Попивать чаечек. Ну-ка, посмотри на меня, я тебе это самое. Я тебя сфоткаю, стой, я тебя сфоткаю. Все, сфоткала. Ну ладно, пошли дальше мерить обувь. Во всех магазинах скидки, видите, в обувных, на женскую обувь, на спортивную обувь, везде, везде скидки идут. У нашего мопеда села батарейка, поэтому... Поэтому до торгового центра мы пройдемся пешком. Ну, а остатка зарядки, я думаю, что хватит нам доехать до дома. Сейчас идем в торговый центр «Аланиум». Там посмотрим. Там в Бойнере очень классные скидки на качественные вещи и обувь. И посмотрим, что же там можно все-таки купить, если там что-нибудь интересное. Мы приехали в «Аланиум». Сейчас идем в Бойнер. Посмотрим, что там есть. Мы взяли вот такое вот блюдо, называется оно кумпир, из картофеля, с различными добавками. Я взяла с оливками, салатом и капустой красной. Егор взял то же самое, только с сосиской. Сидит, фоткает. Сейчас будет в Инстаграм выкладывать. Это чудо. Это чудо-блюдо. Егор, давай уже пробуй. Первый раз будешь есть кумпир. Давай, пробуй. С какой стороны это есть вообще? Чуть-чуть картошки, чуть-чуть этих самых разных добавок, которые у тебя там есть. Ну давай, что ты ковыряешься? Ну как? Вкусно? Да, я тоже очень люблю. Мы покидаем торговый центр «Аланиум», не солоно хлебавши. Да, у меня 30-х. Блин, вот этот тренажер, это реально... Мне кажется, что у меня вот так... Короче, мы не купили ничего. Поели кумпира. А, ну, да. Егор, кстати, Егор решил приготовить гороховый суп с... Что ты там искал? Копченостями, с копченостями. Ну, конечно же, копченостей нет здесь. Не нашли мы копченостей. Попробуйте объяснить человеку, как быть по-английски охотничьи колбаски. Ладно, этот прикол мы упустим. Мы едем домой. Очень устали.
прошлись по всем магазинам, и пора домой. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Красный свет, стой. Подписывайтесь на мой канал. На канал только зеленый. Следите за нашими приключениями в Турции. Егор только приехал, поэтому приключений будет много. Пишите комментарии. Что еще? Вопросы? Советы? Ставьте лайки. Да, ставьте лайки. Ну а мы отправляемся домой. Всем пока-пока!